цыплята. Или цыплята, или перепелочки. Видно тебя? Махонькие. Видно? Ага, ну вон там, вон их прям в масле варят. Спасибо. Крабовые палочки, суши. Шашлычки разные. Колбасочки, овощные. Сотки свежие. Добавляется сахарный сироп, лед и взбивается все это. Ну, сейчас он как раз будет делать. Не знаю, что лимонная кислота, может быть, что-то добавляется. Молочное, молоко и сливки. Йогурт. А, йогурт. Йогурт зимой видно. Вот и лед. И пошли молоть. Вот так все эти делаются. Куриные, чем мясные. Это уже готовые. Блины. Бананы. Шелкопрядов, светлячков, кузнечиков. Ох, вкусняшка. Вкусняшки таракашки. В масле вот это вот дело. Не вывернула. Только скалопендру не кушайте. Скалопендра это где? Это многоногая. Чудовище. Тут нет такой. Ай. И мясные, и крылья, и бедра. Вообще всякое разное. А, и лапы вот еще. Тут яйца всякие разные, блинчики. На палочках. На палочках. Кукуруза вот. Блинчики вот разные. Лес. Принтолы. А, кукуруза 20 бат. Это я хочу. Лен, иди вот сюда, видишь? Со свинина и с чем там? Блинчики. Овощи, свинина, курица. Делается. Но они не сильно уж большие, вот на или поджариваются на решеточке. Добавочками мясные, с креветками. 50? Савадикап. 50 бат вот коробочка эта еды. Вот тут, ну, тут же и готовят, вот это заканчивается, готовится. И куры гриль вон делаются. Нина, свой пищан! Нина! Нина! Иваныч в прошлый раз хвалил, и под дрова пожарили, сухие, пресухие. Свой пищан! Какие креветки, панель? Не за мной. И я с немножко, и я с кальмара. Немножко надо. Вон тут кукуруза даже разрезанная.
Это картошка, картошка печеная, смотри, в этой фольге. Тут сомики. Здесь гребешки. Так, тут супы в пакетах. Рыбки, смотрю, вот такие. Вот такие мухи, которые у нас росли. Вот это... Ой. Либо горькие огурцы, либо еще что-то такое. Смотри, какие баклажанчики. А тут еще меньше. А, вот мамордика, вот эти огурцы. Вот они. Фасолька. Это вот из тех семян. Это пельмени, видно. Салаты. Чего-то там со свининой. А, это эти пельмешки. Они из сделаны в тесте из крахмальной муки. Ну, вот в таких вот штуках бывает, что сладкое делают, а это овощное. С какими-то овощными, не знаю, наверное, мидии там. Вот в таких штучках там основа рисовая. Сейчас да, мидия написана. Вот они, что получаются. Тоже шашлычки разные. Ну, цены вот... Это картошка жареная вот такая, спиралью порезанная. Это с овощами, спрингроллы и с цыпленком. Тоже блины. Блины разные делают. Ахурные такие. Вот такие бананы. Они разные. Ну, по весу, понятно, тоже разные по размеру. Вот это вот треугольные бананы. Их жарят. Ну, запекают чаще всего. Вот ананас чистят. Он как чистит ананас. Ага, смотри, как ананас чистит. Совмещаем приятное с полезным. Тут Иваныч сразу снимает. Знаешь, что с моим голосом? Так, вот тут омлет порезанный. Тут и салатик. Не вижу только что. Рис, наверное. Это коричневый, наверное, рис. Но тут перца, смотри. Раз, два, пять перчин, обалдеть, обалдеть. Наверное, это в рот не возьмешь. Ой. Тут вместе с ананасом и перцем. Все вместе. Холодильник. Вот такая лапша. Рис вот такой жареный. Окей,
курица. А покажи, как блины делают. Вернее, не тесто, а раскатывается этот класс. Пальмовое масло жарится. На пальмовом масле. Это бананы добавляют. Обычно яйцо это дело добавляется и вместе с яйцом заливается. Я там не надоела тебе? Что ты говоришь? Да, с банановой начинкой. Может манго, может яйцо быть, ну, вот, ананас. Да, и яйцо, и манго, и ананас. В общем, что пожелаю, то и заделаю. Я творю. Это с шоколадом. А так вот у них будет куча различных. Мне с ванилью очень нравится. Клубничный, либо это не самое. Это туна, наверное. Пошли там уже. Сейчас тут что-то делать. Ничего не такое. Можно с сыром теж. Какие вот такие орешки. Вот они есть тоже с разными наполнителями. Вон какие бивни слона. Сейчас дожарится тут, тоже продадут, вон, сделали уже. Ну там еще есть, но уже дальше, наверное, не это. Не двинем, вернемся назад, что-нибудь купим на поесть. Вот такая, это тут большой магазин. Сейчас, Вань. Да, в отель пойдем. Купим, поужинаем, потом в Макро сходим. Ну вот.